Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93. Эфир нашего телеканала продолжает программа «Каждый день». О том, куда отправиться и какая погода вас ожидает, расскажу вам я, Гаухар Тургаева. В Сенэм Клиник врач-уролог-андролог СКОК Александр Александрович проводит уникальную услугу – экстриторную урографию. Это рентгенологический метод исследования мочевыводящих путей. При данном анализе оцениваются положение, форма, размеры, контуры и функциональное состояние почек. Если вас беспокоят боли в мочевыводящих путях, гематурия или мочекаменная болезнь, вы можете записаться на ежедневный прием к врачу-урологу-андрологу. Запись по телефону 53-00-53-50-26-50 и 8-702-267-43-93. Актюбинский областной филиал акционерного общества «Жилстрой Сбербанк Казахстана» реализует государственную программу «Нурлыжер». Государственная программа «Нурлыжер» создает новый тренд на рынке загородного жилья. Новый стиль современных и успешных – это комфортный коттедж за городом с земельным участком. Преимущественно государственной программы «Нурлыжер» – процентная ставка от 5%, 120 тысяч за квадратный метр, чистовая отделка, 10 соток земли на бесплатной основе. Участниками программы могут стать лица, подавшие заявление в Акимат на получение земельного участка с 2006 года. Прием заявления осуществляется по адресу: город Актобе, проспект Сынкебай Батыра, 249, здание Халыктык Кенсе. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды в Актобе и области 13 января в субботу. В субботу на улицах Мартука пасмурно, небольшой снег, минус 15 градусов. В Алге без осадков, пасмурно, минус 13. В Хромтау малооблачно, 11 градусов со знаком минус. В Бадамше на небе завтра облачно, минус 11. В Шалкаре облачно, небольшой снег, 13 градусов со знаком минус. Подробный прогноз погоды нашего города смотрите далее. Называли принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк, кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотятся мафия и ФБР? Большая игра в кинотеатре «Локомотив». Справки по телефонам 21 50 37. Актюбинский областной филиал акционерного общества «Жилстрой Сбербанк Казахстана» реализует государственную программу «Нурлыжер». Государственная программа «Нурлыжер» создает новый тренд на рынке загородного жилья. Новый стиль современных и успешных – это комфортный коттедж за городом с земельным участком. Преимущественно государственной программы «Нурлыжер» – процентная ставка от 5%, 120 тысяч за квадратный метр, чистовая отделка, 10 соток земли на бесплатной основе. Участниками программы могут стать лица, подавшие заявление в Акимат на получение земельного участка с 2006 года. Прием заявления осуществляется по адресу: город Актобе, проспект Сынкебай Батыра, 249, здание Халыктык Кенсе. Метросальпингография – это один из самых часто применяемых методов гинекологического исследования при бесплодии. В Сенэм Клиник вы можете пройти консультацию акушер-гинеколога, УЗИ органов малого таза, метросальпингографию, а также лечение бесплодия. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93. 19 января в 19.00 приглашаем вас на вечер джазовой музыки в формате общения известных джазовых мелодий и современных обработок известных хитов. Мероприятие пройдет в Центре культуры «Жубановтар Алена». Желаю вам хороших выходных. В понедельник в этой студии встречайте Ирину Черней. Всего доброго и до новых встреч в эфире РИКО-ТВ.
Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.